у меня на одну ногу так обычно хватило. Секунду, для хармонии. Сейчас мы пузо втянем. Сиськи поднимем. Не, по свету отлично. Да, отлично. Так, пошло там. Пошло у вас в Фейсбуке? А там посмотрел, там это... Ну? Ты посмотрел там, ну, смотрят-то все? Все, да, все. А, ну все тогда. Ну, да, сейчас посмотрим потом, это же сохраняется в Фейсбуке-то. Ну, я-то, у нас уже есть в Инстаграме. И у нас тоже есть. Ну, тоже. Отлично, тогда помашите всем нам. Привет, красотки! С вами сегодня опять я, Лидия Хулигановна, и мы сегодня обещали вам провести прямой эфир из святого святых, из примерочной. И у меня получился облом, Ксюха самую большую примерочную забрала и сказала, пользуйся малой, но в малой примерочной, как бы там места не так много, поэтому мы, наверное, будем здесь, вот здесь, если вы посмотрите. Сейчас аккуратно. Я вот так вот, да, подвину. Здесь вот у нас находится брафитерский рейл. Это то, на чем, это святая святых, это то, на чем мы брафитим клиентам. Мы не стали, скажем, выдумывать ничего такого, в чем приходят клиенты. Мы и так, я и так знаю, на 99% приходят женщины в неправильных размерах белья, в неправильных моделях. Поэтому мы не стали плохие лифчики показывать. И наши, мы провели конкурс, мы выбрали даже не модели, а клиентов из Инстаграм, кто захотел бы с нами провести прямой эфир. Это не модели, это обычные женщины, это обычные наши подписчики, смелые. Вам на самом деле флаг в руки, потому что вы пришли к нам на прямой эфир, и они будут раздеваться. Мужское сословие мы выгоняем. Вам сегодня тут не место. Поэтому, если будете лайкать, Инга, блокируй сразу. Они нам тут не нужны. Это прямой эфир для женщин. И для женщин будем показывать, как себя преподнести, как быть красивой и как любить саму себя в любой комплекции, в любом цвете, да, в любом настроении. Это самое главное. Это то, что делает женщину женщиной. Софья, выходи. Соня у нас. Да. Всем привет. Да, всем привет. Это Соня, это вот та женщина. Девушка. Женщина, все-таки поднять свою грудь. Да, и которая не испугалась, пришла к нам. Разденешься? Придется раздеваться. Да, придется раздеваться. Давайте вначале у Сони спросим, как она выбирает себе белье, какой у нее размер тот, который она сама себе обычно покупает. Ну, я пришла в магазин, мне понравился бюстгальтер, но моего размера, как оказалось, не было. Мне сказали, наверное, вы не знаете свой размер. Померили меня и сказали, что у меня 85Б. И с тех пор я ношу 85Б. Ну, не всегда комфортно, если честно, не всегда есть ощущение того, что мне это действительно подходит, но, тем не менее, я смирилась. Да, ну, вот это постоянная грустная история. Мы попросили наших подписчиков принести с собой какое-нибудь не такое белье, которое бы произвело шок. Но когда пришла, скажем, и Соня, и Ксения, мы все-таки решили оставить лучше ихние бюстгальтера. Ну, это будет более правдоподобно, иначе вы нас заподозрите в подлоге. Поэтому раздевайте. В общем, да. Да. Чего пришла? Ну, вот Соня сказала, этот бюстгальтер очень хороший. И действительно, с виду он очень красивый, да, он прям такой, ого-го. Ну, у него более с пушапом, да. И более того, он с пушапом. А для чего ты пушап-то покупала? Как это для чего? Чтобы грудь побольше была. Чтобы побольше, повыше, казалось, повыше будет. Ага. Ну, вот смотрите, вот здесь такая история.
Это бюстгальтер, это страплес, да, с отстегивающимися бретелями. Но если их отстегнуть, он у тебя... Да, ну на самом деле он очень низко ее опускает, потому что, ну я бы, наверное, хочется его вот так вот сделать, да, этот бюстгальтер для того, чтобы он поднял грудь. Ну вот смотрите, как всегда, да, у нас, как всегда, почему, Соня, ты делаешь на последний крючок-то бюстгальтер? В интернете написано, что так правильно. Нет, правильно вот так. Правильно застегивать на первый ряд крючков, вот, ну, если ты так вот повернешься, да, вот так вот видно будет. Правильно застегивать на первый ряд крючков, и когда бюстгальтер будет растягиваться, постепенно их переставлять, да. Но, как правило, женщины, которые приходят в магазин и носят неправильные размеры, они застегивают сразу на самый последний ряд крючков, да, для того, чтобы пояс был потуже. Ну, я бы сказала, ну да, он хороший бюстгальтер, но мы можем и круче, и мы начинаем. А что вы скажете, в принципе, про сам объем? Ведь вы сама носите сам, 75-й. Самый объем. Ну, 85-й мы расскажем об этом чуть позже. А сейчас мы идем в примерочную и одеваем. Для начала мы начинаем отбирать на Энве размеры. Какой размер подойдет нашим клиентам. И вот сейчас выходим, мы там все заправим, все поправим. И вот мы это из примерочной, да, и вот сейчас эта модель Envy, это та модель, которая лучше всего продается. Это наша палочка-выручалочка, и на ней мы брафитим клиентов. Кстати, попала с первого раза в размер, и размер оказался... Какой у тебя был? 85B. А он оказался 65FF, но... Заметьте, это размеры английские, они не подходят к европейским размерам, потому что это самостоятельная размерная сетка, потому что мы работаем с английским бельем, и там своя шкала измерений. Ну вот размер оказался 65FF. Ну, бюстгальтер замечательный, да, но сейчас лето, мы отмерили размер, а дальше мы начинаем подбирать модель. И мы уже смотрим, какая модель лучше подходит. И вот мы постепенно надеваем мой любимый. Ну, так, вешай. Ага. Сюда. И вот мы сейчас. Ага. И сейчас мы, как всегда, начинаем примерять модели, и из этого мы выберем лучше. Грудь у Сони упругая, близко молодая, посаженная, молодая, да, это то, что называется куперова связки, держит грудь. Ну, вот эта модель, я эту модель очень люблю, это Porcelain фарфоровая чашка. Кстати, и... очень удобно. Он удобный, конечно. Я как раз хотела спросить ощущения с 80-го до 65-го. Как тебе по посадке? Мне прям очень нравится. Мне нравится, что грудь более, ну, больше закрыта, чем в том предыдущем бюстгальтере. Ну, вот этот бюстгальтер, это full cup, его любят бизнес-леди, и они ходят в таких на работу, дабы не смущать мужицкое сословие, чтобы они думали о работе, а не о прелестях женских. Поэтому вот в Англии принят закон, школьницы все носят вот такие бюстгальтера. Я, кстати, сама вот, ну, не в таком, ну, почти в таком. Чуть-чуть позже я покажу, да. И вот такие бюстгальтера, они подходят вот под летний вариант, да, вот под такие вот обтягивающие трикотажные кофты, под блузки, ну, подо все что угодно. Но Соня у нас девушка молодая, сексапильная, и, наверное, я бы ей предложила что-то более такое интересное. Давай, Ксюх, там Ксюха у нас вышла в перерыв. В перерывах между клиентами у нас сейчас очень большие записи идут, мы не ожидали сами. Продажи у нас очень хорошие, и мы этому рады, чтоб черт из-под левой руки ушел. Приходите к нам, мы вам рады, и мы вас будем одевать. Потому что, как говорила моя тетка, няня, по одежке встречают,
а по уму провожают. Но я так хочу сказать, умная леди умеет всегда-всегда себя преподнести. Недостатки можно скрыть любыми методами, скажем, косметикой, высокой прической, да, можно низкой прической, да, смотря что вы хотите получить, да, скажем, правильно подобранным бельем. Слушай, ну секси, да, мы его называем голый лифчик, это Anna Vintage с низкой перемычкой, и вот для такой формы груди это будет, но он ей немножко не подходит, и это как раз те вещи, которые, к которым мы очень придирчиво относимся, видите, он немножко... Он немножко отстает, да, это о чем говорит, что форма груди не всегда подходит крутым бюстгальтерам. Да, бюстгальтер крут, безусловно, но, однако, давай следующее. Окей. И Anna, это планш, да, вот на такую форму груди, он очень крут, но вот, понимаете, вот нам он не совсем понравился. И мы начинаем смотреть, что сядет лучше. И иногда примерки занимают 1.5-2 часа, особенно если я капуха. То есть для меня это я как... свинья в помидорах, что называется, я перемерю все, и клиенты, конечно, любят со мной возиться. А вот этот как вам? А вот это Клара, full cup, да, но я скажу, что сил идеально. Это вот модель с ламинированной сеткой, да, и он будет не виден под такой вот, под тонким трикотажем, да. На самом деле я сама люблю формованную чашку, всем ее советую, если грудь до G, а если грудь не очень, скажем, ну, не очень большая, да, там, то я бы, наверное, надела формованную чашку, и она увеличит ваши персики. Есть там что? Следующее. И мы быстро отстреляемся, потому что у нас на очереди еще один клиент, который рвется в эфир показать свои прелести. Ну, не мне, не все же мне старый турынди показывает свои титьки. В прямой. Я бы тоже показала, но у нас другая сегодня задача. У нас задача показать из примерочной, как проходят примерки. Вот, так, а вот заформировали, заформировали, это модель Коко с низкой перемычкой, и вот на такую упругую, потрясающую молодую грудь такая модель будет, ну, слушай, ну она секси, и вот на самом деле там, где можно совместить, скажем, формованную чашку, хорошую посадку и секси вариант, я остановлюсь на сексе, потому что... Я так считаю, что мы как бы инь и янь, мужчина и женщина. Любая нормальная женщина думает про мужчин, а любой нормальный мужчина смотрит на каждую юбку. А если он не смотрит, значит, гоните его в шею, нам такой не подходит. Вот у меня муж около каждой юбки остановится, и я считаю, что это нормально, я его за это люблю. Особенно, когда он едет на машине и смотрит по сторонам. Давай, что я бы хотела подчеркнуть здесь? Здесь форма, которая очень хорошо подняла грудь. И... грудь у Сони, она низкопосаженная, да, на низкое, да, и это очень тяжелые в посадке грудь. И вот если, Сонь, надень вот эту кофту, как мы определяем посадки, посадку определяем вот под такие трикотажные кофты. Если посадка ок, значит, мы будем рекомендовать именно эту модель. Модель должна быть, женщина от нас должна выйти секси! И если она пойдет по Петровке... все должны оборачиваться, и это штабеля, нормально, штабеля. Да, и штабелями, и это правильно, и это хорошо. Значит, мы свою работу выполнили на отлично. Так, давай быстрей. У нас сегодня не обзор модели, тоже так. Ну и как вам, дамочки, посмотрите, какая это посадка, посмотрите, какая это форма.
А сексуальность заключается не в кружевах, девочки. Сексуальность заключается в форме, которая выходит из-под наших рук. И вот именно вот так оно и должно быть. Ксю, ты не любишь вот эту, я так люблю, эту кофту, но они ее обязательно надевают цветами назад. Она их, видите ли, раздражает, потому что там видны персики. Соня, она по ощущениям, чем-то бюстгальтер похож на то, что покупала ты. Вот по ощущениям, чем они отличаются, если внешне они так примерно похожи? Если принесешь свой бюстгальтер, мы его сейчас принесем, поверьте. На самом деле, это хороший бюстгальтер. В том, что пришла Софья, мы хотели все-таки показать, наверное, пришли к нам в хороших бюстгальтерах, чтобы не позориться, потому что шли в брафитинговые фирмы. Посмотрите, на самом деле он очень хорош. Он хорош по форме, да, он хорош, скажем, по качеству. Тут тонкая микрофибра, он очень такой прям тактильно приятный. Кожа, да, всё но прекрасно, только он раз держит. Прекрасно, да, но он нихера не держит. Да, он нихера не держит, он грудь опускает к низу, да, и вот тут, кстати, Сонь хотела, чтобы у нее персики были пышные, да, и она взяла с пушапом. Как-то один раз я купила Victoria's Secret с двойным пушапом, и когда, помнишь, Ксюша, у меня такой лифчик был, с двойным пушапом. И когда я напивалась, я надевала смех ради этот лифчик. То есть такая маленького роста, вот с такими вот шарами. Ну, это было, конечно, прикольно. А можно заодно послушать мнение клиента, человека, который впервые знакомится с нашим бельем, по ощущениям? Ну, по ощущениям, на самом деле, действительно удобнее. И есть ощущение того, что здесь перемычка более плотная, и за счет этого грудь поднимается выше. И ты, наверное, чувствуешь я его, чувствую, да? Себя, и у меня такое ощущение, что у меня даже как-то спина расправилась. То есть, я себя ощущаю по-другому. А есть ощущение, что в таком бюстгальтере и пушап не нужен? То есть, все и так подчеркнуто. На самом деле, да. Особенно после того, как мы эту кофту надели, я прям вообще понимаю, что больше не надо. Нет, это без всякого, это белье без всяких пушапов, это белье с правильной посадкой. И если вы себе подберете правильное белье, то ваши персики, они будут персиками. Соня, если ты сейчас так пойдешь по Петровке... Я думаю, я домой не вернусь. Надеюсь, что есть у нас еще что? Нет, все. Все. Вот с Соней мы заканчиваем. И мы останавливаемся на шикарной вот этой ноте, да, бюстгальтер с правильной посадкой, с правильной формой, да, и бюстгальтер, я не думаю, что тут нужен пушап, здесь грудь и так стоит, она у Сони достаточно большая, и размер оказался против 85B, которые продают на каждом шагу в магазинах, 65FF. А вы знаете, что вы носите в 99% неправильные размеры и неправильные модели. Вот в данном случае и размер был неправильный, и модель была неправильной, потому что модель бюстгальтера, она должна поднимать грудь, она должна формировать форму. И мы сейчас покажем еще один неправильный прием. Да, и сейчас у нас пришла к нам на эфир, это наша клиентка, она уже у нас была, более того, мы как-то ее раз брали в качестве модели, потому что у нас нет профессиональных моделей, мы стараемся показывать белье на реальных женщинах, потому что 99,9% женщин, когда вы выходите на улицу, они не такие, они не модельные. И мы говорим, что любить надо себя в любой комплекции. Выходи, Ксюша. Здрасте, здрасте, девочки, всем привет. Да, вот я снова здесь. Да, это наша Ксения, это наш эльф. Да, с особой внешностью. Ксюш, какой размер всегда носила? Без понятия, потому что у меня есть своя история интересная. Я занималась балетом, у меня была хорошая осанка, это был подростковый возраст, и груди у меня такой не было. Она внезапно появилась, и тут моя осанка начала уходить вниз, потому что все это было очень незнакомо. Пока я искала свой размер и ходила по обычным масс-маркетовым магазинам, я брала то один, то второй, то третий, хоть какой-то подойдет. То тут разный объем, то тут разная чашка, и все оно очень плавало. Вот. И один даже лифчик я завязывала на узел.
Да, у меня действительно была такая ситуация. Кстати, частая история. Кстати, это очень частая история. И помнишь, мы с тобой тогда первое видео снимали, завязали. Помнишь, к нам клиентка пришла. Мы его узлом завязали. И это правда. И вы на самом деле... Это так и есть. У меня молодой человек даже спросил, когда я дело все увидел, почему ты так делаешь. Я такая, ну, как бы объяснение не нашлось. Потому что, а на самом-то деле я просто не могла найти подходящий, красивый, удобный мой размер, мой лифчик. Раздевайся. Да. А сейчас теперь... ты в чем? Сейчас я тоже не знаю, какой на мне размер. Не-не-не, в лучшем. Но да. Это жемчужина твоего бельевого гардероба. Да. Посмотрим на нее поближе. Деле, если сюда ближе подойдешь... Нет, на самом деле он очень красивый. Тут крупное кружево. И это тоже бюстгальтер страплес с отстегивающейся бретелью, да? Которая ничего не держит. Вернее, она держит, но... А если Ксения повернется к нам спиной, да, то вот это частая история, как клиенты носят бюстгальтера, да? А бюстгальтер должен застегиваться на последнюю ряд крючков. Как вы думаете, будет держать вот такой пояс, что? Я уже поехала. Да, поэтому грудь, вот посмотрите, она лежит на животе. Грудь большая, и она повисла. И если, кстати, тут очень маленькая чашка, размер чашки не соответствует размеру груди. Все. Давайте начинаем. Там высвободилась у нас Ксюха, да, у нее перерыв, да, и она решила нам помочь. А мы попозже сможем зайти в примерочную комнату? Когда она совсем будет без ничего? Нет, когда она... Если она будет без ничего, нас вообще заблокируют. Скажут, что я мамаша. Устроила тут бардак. Хотя я могу и раздеться, мне это ничего не стоит. Я потеряла и стыд, и совесть. Так. Ну вот Ксюха у нас сейчас надела на Ксению. Это Ксения и это Ксения. Это модель Жасмин. Какой размер, Ксюша? 65H. О! И размер вот это... Жасмин – это одна из лучших моделей Panache. Она имеет очень высокую посадку, и точно этот бюстгальтер, он не для скромниц, а именно для женщин, которые любят себя, которые воспринимают себя так, как нужно, которые, ну, не скромные, да, что тут скромничать, да. Но форма груди совсем другая. Конечно, да, что Бог дал, то и надо любить, да. Форма груди другая, если кофту наденешь, и сейчас мы покажем, какая это форма. Вот пока на Ксению, Ксению тут мерили, на самом деле ей подходит все. Я попросила, давай попробуем там, что больше подходит, что меньше подходит. Вот на вашу вот брабу, да, тоже подходит все. Мне как тому вору все впору. Форма груди. И вот такая форма получается при правильно подобранном бюстгальтере, да, это жасмин, и он, ого, какой, да, он очень крутой, тут очень высокая форма, да, и, кстати, вот эта форма, она собирает грудь боков и обозначая очень тонкую талию Ксении, да, грудь не распластана по груди, да, а она очень хорошо оформлена. И, конечно, по сравнению с тем, ну, тот красивый, да, ну, ничего не скажешь, да. Но не забывайте, не хорош бюстгальтер не в красоте кружева, да, или в красоте оформления, там, всевозможных аксессуаров. Красота бюстгальтера в его форме. Вот если вы надеваете такую форму, у вас появляется талия, да, прекрасная грудь. И я думаю, что это самое главное. Это то, чем мы занимаемся. Быстрее дальше. Ну, подождите. А сейчас Ксения там надела... На Ксению бюстгальтер Envy Full Cup, да, это самая продаваемая модель. Мы вам бесконечно его тут показываем, наверное, каждый раз. Я готова. Да, и вот она, вот эта форма, это Full Cup, это такой он полубалконет с утягивающими трусами. Кстати, трусы вот эти высокие, да, они
очень крутые. Они убирают живот, да, и подчеркивают вашу фигуру. Ничего нету. Ничего нет. А у тебя и так ничего нет. Ты у нас и так эльф прозрачный, да. Скажите, что может быть вот на такой девчонке, да, что там лишнего может быть? Но все равно многие приходят недовольные своей фигурой, да, недовольные, гневят Бога. А я говорю, берегите то, что Бог дал. Если он не дал ничего, то это можно взять с помощью косметики, правильно подобранного белья, каблуков, там, если ростом такая, как я, метр с кепкой. Умная женщина, она умеет себя преподнести. Я бы хотела еще кое-что подметить. Давай. Очень такой интересный момент. Давай. Из-за того, что у меня грудь, я меняла размеры, то была XL и LMS. Вот, и она мне, конечно, была подвержена под растяжке. Вот, и в лифчике другом, бюстгальтере, у меня они видны. То есть сейчас, когда все поднялось, их просто незаметно. Просто их нету. Потому что многие женщины любят full cup, потому что они скрывают всякие недостатки груди, да, и закрывают, но форма балконет, она все равно очень хорошо поднимает грудь. Вот сейчас Ксюха там, у нас, кстати, сейчас акция кончилась, нет? Нет, у нас сейчас проходит акция «Купи себе красный бюстгальтер и получи сертификат на 1000 рублей на следующую покупку». 1000 рублей – это все-таки очень много. Очень много. Да. Невероятно. Да, невероятно. У нас бывают скидки и покруче, но там уже не бывает размеров. Вот вы хотите размер, покупайте, когда есть размер, а когда размеров нет, тогда скидки начинаются. Так что имейте в виду. Ну, а эта модель Атланта, ну, я бы тебе ее не рекомендовала. Знаешь почему? Ну, слушай, не твоя форма груди. Она вот здесь вот грудь нависла, да, ну, все-таки в жасмине. Твоя, как бы, эта форма, это да. Балконет, да. Это жасмин. Даже я бы Envy не рекомендовала, а именно жасмин. Потому что он, ну, он создает фигуру. Эта модель, если ты повернешься спиной, ну, она хороша, да, но она очень хороша, она красива. Но у каждой женщины свое анатомическое строение груди. И мы подбираем именно на определенный тип груди. А сейчас мы вас проведем в примерочную комнату. Ксюха, тебя она освободилась в твою, да. Без обязательств. А что и, вы там хотите? Да, и мы сейчас ее покажем. Там у нас голые мужчины хранятся. Да. Ну что, да. Что происходит? Поддержишь? Девчонки, заходите сюда. Так, держи. Держу. Заходите сюда. Ксюша, держу. Зацепи ну, там вот за вот этот. Ага. Да, вот это наша примерочная, это брафитерский рейл, да, вот такая она огромная, она в старинном стиле. Мы взяли это помещение, это Петровка, это историческое здание, да, тут очень высокие потолки, и мы потолки, вот эти потрясающие потолки, мы их оставили в таком виде, как они были, то есть... Здесь вот, посмотрите, здесь у нас очень красивое большое зеркало. Вот здесь у нас висят, это называется рога и копыта. Покажешь рога и копыта? Покажу. Да, вот здесь рога и копыта, да. Это как бы ассоциируется с тем, что вы должны носить красивое белье, правильные лифчики, да, и почаще наведываться к нам. Ну, на этом мы закончим наш репортаж. Они у нас бывают разные. Пока. Да. Это снова неправильный лифчик. Да, да. Снять это немедленно. А это, девчонки, и если кто-то решится, нам постоянно нужны модели, не просто модели, а девчонки, которые готовы выйти с нами в прямой эфир. Разные. Мы работаем с разными комплекциями. У нас приходят и вот такие балерины, и вот такие стройняшки, да, и такие, как я, да, сверхвозрастные, да, плюшки. И мы еще любим полненьких помпушечек. Мы их тоже любим. И мы их тоже одеваем. И мы говорим, что себя нужно любить в любом возрасте, и в любой комплекции. Пока-пока! Пока-пока!
Так. Включайте.